Всем привет! Это стрим, также это будет и на канале Ромик. Давайте послушаем. Это игра Запер. Смотрим, что нам тут говорят. Соберите все 6 яиц, чтобы закончить уровень. Отлично, одно собрали. Поехали. Это стрим, но также это будет и в ролике. Черт. Отлично. Освободите огненные мухи, они помогут вам позже. Допустим. Отлично. Нажмите прыжок, чтобы выпрыгнуть на высокие места. Ладно. Так, вот здесь что-то веселенькое. О как. Прости. Так, здесь у нас... Аккуратненько. Здесь у нас сборка желтых мух. Он не сдохнет. Отлично. Собрали. Спасибо, спасибо. О, жизнь. Так, это... Ой. Это что нам скажет? Запируйте объект, нажмите на... Вообще это не похоже на... Допустим. Отлично. Это первая миссия, я думаю... А, тут есть... О, как это волшебный ход. Отлично. Всё. Я думаю... Думаю, что по частям буду выкладывать на канал. То есть вот первая часть, это первая миссия. Так, аккуратненько, аккуратненько, иди отсюда. Ой, чё, какая хитрулька-то. Отлично. Давайте соберем еще немножко молний. Тихо. Так. Чё? Мне нравилось всегда вот этих жарить чуваков. Типа это не обязательно, но это так прикольно. Так. Аккуратненько, чтобы нас улитка не раздавила. Не-не-не-не-не, я хочу вот этих поджарить. Это же весело. Так. Огонь! Чёрт. Я уже не помню, какая здесь дистанция поражения. Вроде же нормально. Чё они так сделали-то на этот раз? Аккуратненько. О, вот так. Отлично, одного снесли. Остальных... А! Там вон есть... Ага. Ой, чуть не вылетел. Страшно стало. Так. Ничего не видно, грибы какие-то непонятные. Зачем они нужны? Так, отойди отсюда. Да блин! Чё ж ты такой медленный-то, капец. По-моему, сохранение тут происходит автоматически, когда ты яйцо собираешь. Если помрешь, ты испанешься последний раз, где было яйцо. О! Щит! Отлично. Это, по-моему, крутая. Это крутая очень. Улитка. Чтобы такую улитку развалить, надо что-то помощнее взять. Вот, теперь они все обычные. Отлично. Так, у нас... О, 90. Так. Отлично. Два осталось. Один. Отлично, 100. Мы красавцы. Так, а сейчас вроде будет супер уровень. Вот не помню, если честно. По-моему. Ой. Даже страшно. Честно, страшно. Потому что здесь вроде будет какой-то супер уровень.
Меня всегда пугало. Да. Этот раунд. Можешь не так еще круто все. А! Офигеть, как она быстро исчезла.